Я вам сейчас скажу очень интересную вещь, которая потом станет известной всем, рано или поздно. Лукашенко, безусловный подонок, я с ним знаком лично, очень обаятельный, чертовски обаятельный, вербующий на раз своим обаянием, умеющий втесаться так, знаете, без мыла залезть, что называется. Это человек, который очень серьезно, сильно болен. Он болен властью. Это человек, для которого потерять власть означает потерять жизнь. Он политическое животное, которое очень точно понимает, что ему нельзя лишиться власти, иначе конец, крах всему. И еще что важно знать о Лукашенко. Он ненавидит лютой ненавистью Путина. Лютой ненавистью. Все годы, что он с ним знаком, а познакомил их Сергей Пугачев, который мне об этом рассказывал, бывший близкий друг Путина, олигарх, который покинул Россию. И, кстати, я всегда говорю, пользуясь случаем, скажу, если вы хотите понимать, кто такой Путин, посмотрите одно мое интервью 5,5 часов с Сергеем Пугачевым, оно набрало 20 миллионов просмотров, не пожалеете. Я смотрела. Да, там, видите, спасибо вам. Я сразу... Потому что вы вообще всегда то, что делаете вы, оно потом разносится на цитаты. Я часто это использую, когда общаюсь с другими спикерами. Я всегда... Я сразу понял, что вы серьезный человек. Поэтому я советую нашим зрителям вот это интервью. Там все становится понятно о Путине. Как он будет действовать. Там мелочи даже. Так вот, Лукашенко. Там сказал Пугачев, что Путин садист, и он истерик, что, кстати, совершенно не похоже по его внешнему облику, потому что он всегда никогда не истерит публично, ну и про садистские наклонности это тоже было очень интересно. Посмотрите, пожалуйста, как он беседует по поводу вторжения украинских войск в Курскую область в узком кругу с Шойгу, Бортниковым, Белоусовым, и по мониторам подключается Герасимов. Вот, посмотрите, говорят, что у него даже руки тут ходуном ходили, как-то что он... Руки был... ходуном, нижняя губа дергается, ярость. Это немножко не то видео раньше было снято. Но ярость такая, он в ярости, он... Это истерика своеобразная. Да, мне не только Пугачев, мне ряд людей говорили, что Путин истеричка. И он способен и орать, и матом, и все, такой парень. Но дело не в этом. А вернусь к Лукашенко. Как я уже сказал, Лукашенко нельзя потерять власть. Он понимает, что Путин все годы хочет его убрать с поста, потому что Путин хочет возрождения Советского Союза и подмять под себя Беларусь. Беларусь должна быть губернией в составе России. Ну это же понятно. А Лукашенко не хочет быть губернатором, он хочет быть президентом, это тоже понятно. Внимание, кто может сохранить Лукашенко у власти? Только Запад. Только. Поэтому Лукашенко давно и прочно сотрудничает с Западом и с западными спецслужбами. Поэтому Лукашенко увел войска от границы с Украиной. Только поэтому. Поэтому Лукашенко морочит голову Путину уже 25 лет, он просто его вводит за нос. Вы видите, иногда Путин такой большой, как бы надутый. Это его надувает Лукашенко 25 лет уже. Дует в него, дует, и поэтому Путин надутый. И поэтому Лукашенко, как политическое животное, как очень хитрый, коварный и умный человек, он играет свою партию не с Путиным, а с Западом. А Путина он водит вокруг пальца. И нам это хорошо. Поэтому пусть продолжает дальше свою работу. Этим, возможно, за счет этого, возможно, он и спасется, когда украинские войска будут в Кремле. Вот Лукашенко может спастись, если будет сейчас себя хорошо вести. К чему он стремится? Вы очень интересно сказали тезисы у Олеси Бацмана в последнем интервью, внимательно очень я смотрела, о том, что есть три разведки. И все они, я так понимаю, не доложили Путину о том, что войска собираются двигаться в сторону Курской области, украинские. Вопрос. Вот расскажите об этих трех разведках, я так понимаю, разведка военная, ФСБ, какая третья, и почему никто из них не доложил Путину то, что знали? По какой причине? Ну что Путин имеет в своем распоряжении? Службу внешней разведки под руководством Нарышкина. Ну она, в принципе,
все равно косвенно задействована в этом, но она больше по внешнему контуру работает. Он имеет ГРУ, Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Это непосредственно военная разведка, и непосредственно она, конечно, больше всех отвечает за то, что происходит на поле боя. И Путин имеет ФСБ, это корпорация, которая управляет государством под названием Россия, если можно назвать это государством, этот сброд. ФСБ, контрразведка, конечно, и обратите внимание, о том, что готовилось украинское наступление на Курскую область, ну, если я об этом знал за неделю, наверное. Невероятно. Ну, если я об этом знал. У вас наверняка в офисе президента связи. Ну, я сейчас не буду вообще рассказывать, какие у меня связи. Это так, знаете, где-то услышал, что-то привиделось. Но я точно знал, как это будет происходить. Я места не знал. Но я знал, что это будет происходить. И если вы посмотрите... По-моему, у Василия Голованова за неделю до этого был мой эфир. Я сказал, это даже в цитату вынесено, YouTube же все помнит, что скоро будет событие, которое перевернет ход войны. Я имел в виду именно это событие. Так я к чему? Ну, если я это знал. Это же перемещение большого количества войск. Это перемещение техники. Это не видеть с воздуха, из донесения агентуры. Это не видеть нельзя, невозможно. Поэтому мой вывод один. Русские об этом знали и ничего не сказали Путину. А теперь давайте думать, почему. Это важный вопрос. Самый важный, ключевой вопрос, и я сейчас постараюсь дать на него ответ, так как это понимаю я. Смотрите, я живой человек, могу я ошибаться? Могу. Вот, но ошибаюсь я крайне редко, как показывает практика. Поэтому изложу свою точку зрения. Кто такой Путин? Это глубоко советский человек, больной чекистской этой всей тряхомудией с юности, который до сих пор не пользуется ни компьютером, ни телефоном, значит, мобильным, ничем, потому что он твердо знает, что через компьютер, через телефон, через планшет, через что угодно за ним будут следить из ЦРУ. Ну, конечно. Кстати, он недалек от истины, потому что, конечно, как он сказал в свое время одному общему нашему знакомому, он сказал, что американцы изобрели все это для того, чтобы за нами следить. Я хочу сказать, что он недалек от истины. Конечно, американцы за ним следят. Ну, раз нет планшетов у него и компьютеров, и телефонов, следят по другим источникам, через тех, кто рядом с ним, у кого есть планшеты, телефоны и компьютеры. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что, будучи уверенным, что оттуда идет шпионаж, он по старинке, как Сталин, как Брежнев, как Горбачев, получает информацию из папочек. Ему дают папочки. Я видел такие еще раньше у украинских президентов. Что это такое? Это, как правило, сводки. Они должны быть обязательно коротенькие, несколько, максимум несколько абзацев. Информационные сводки, которые дает разведка, контрразведка и так далее, и так далее. Например, кадыровцы ни один не попал в плен. Дезинформация, то есть неправда, допустим. К примеру. Поэтому тот, кто составляет содержимое этих папочек, тот, кто дает ему эти папки, это самые влиятельные люди в стране, в России. Потому что от того, какую новость они дадут, зависит решение. И у меня есть полнейшее ощущение, что, будучи хорошо осведомленными о ближайшем наступлении украинской армии на Курскую область, генералы и ФСБшники, то есть армия и ФСБ, скрыли от Путина реалии. Я даже скажу больше. Я думаю, что ФСБ, может, этого в полной мере и не знала, но ГРУ знала, а ГРУ – это армия. И армия таким образом. Почему так поступила? Вот здесь у меня два варианта. Вариант первый – это месть Путину за погром российского генералитета. То, что происходит с российской армией, с генералами в последнее время, это называется словом «погром». А ведь это, не забудьте, и обязательно это важно понимать, вот Путин бросил за решетку
генералов в армии, генералов-полковников. Это миллиардеры, долларовые, я хочу сказать, чтобы ни у кого не было сомнения. Это долларовые миллиардеры, которые долгими годами неустанно пилили вот этот бесконечный бюджет. А знаете, какой бюджет трат на войну с 2008 по нынешнее время? 2 триллиона долларов. То есть эта обезьяна тупоголовая под именем Путин, под фамилией Путин, вместо того, чтобы 2 триллиона долларов пустить на развитие своей недоразвитой страны, бросал все в топку армейских расходов. Откуда, естественно, практически все тырилось. И, конечно же, часть приносили ему, там тырят по вертикали. Но он замахнулся на святое, он замахнулся на генералов. А они расставляли годами своих людей. Все скреплено бабками, они стали недосчитываться бюджетов. Поэтому вариант первый, почему они ему не сообщили о курском котле будущем, потому что они ему мстят. Вариант второй. Генералы армейские воюют с ФСБ, потому что садит их ФСБ. И есть, наконец, ну это все один и тот же вариант, есть вариант второй, который, мне кажется, я подбираю тщательно слова, потому что это очень важная вещь, которую я сейчас скажу. И я хочу отвечать за свои слова. Мне кажется, что в российских элитах, если можно называть это стадо элитами, созрело и укрепилось, и устоялось понимание того, что этого пацана надо сливать. Что слишком много уже впереди бед, и ну хрен с ним, пусть пропадет он, но мы-то почему? А ведь смоет эта волна не только его, но и нас. Мне это напоминает ситуацию. Я очень люблю и знаю хорошо историю советскую. И я ее изучал не по учебникам истории, а по многочисленным встречам и интервью с теми, кто эту историю двигал и кто знает, о чем говорит. Похожая ситуация была в 1953 году. Я думаю, что ситуация сейчас повторится. Чем занимался Сталин? В 1922 году он стал генеральным секретарем ЦК ВКПБ, Всесоюзного комитета партии большевиков. И закончил свое пребывание там в 1953 году, то есть 31 год Сталин находился у руля советского государства. 31 год. Чем человек занимался? Сначала он уничтожил волной одних соратников бывших. Это была борьба за власть. Потом он уничтожил тех, кто уничтожали этих соратников. Потом следующая волна уничтожителей уничтожила следующую волну уничтожаемых. Потом сама пошла под нож. И вот так вот несколько циклов. Ну, мы же помним, сначала нарком НКВД Ягода, он науничтожал людей, уничтожили его. Потом Ежов, он науничтожал, уничтожили его. Потом Берия. Берию уже отстранили к концу жизни Сталина от НКВД. Он занимался атомным проектом, но он терял влияние. И вдруг в один прекрасный момент, в 1952 году был пленум, был съезд коммунистической партии. Сталин обрушился в своем докладе с нападками на ближайших соратников. На Молотова, на Микояна, на Кагановича, Берия и так далее. И стал подымать молодежь, таких как Суслов, Поспелов, там до хрена их было, Сабуров. И вот руководящая мафия СССР поняла, что следующими в топку пойдут они. И тогда руководящая четверка на тот момент, Берия, Хрущев, Булганин и Маленков, объединились и отравили Сталина насмерть. Вот сейчас близится момент, когда руководящая элита, так называемая в кавычках, России, которая ничем не лучше Путина, они все одинаковые там, но зачинщиком украинской трагедии был именно Путин, не будем забывать. Когда вот эта вот группа поймет, что следующие они, и они уберут Путина. Но эту группу надо подтолкнуть. И вооруженные силы Украины занимаются этим вплотную. И эта группа
будет помогать вооруженным силам Украины, чтобы российская катастрофа стала явной, и тогда они или убьют Путина, или отстранят, что-то да придумают. Поэтому сегодня я итожу. Это мои умозаключения. Сегодня интересы Украины, нашей армии и интересы руководства России, которое хочет, чтобы было как, все как раньше, чтобы они могли спокойно воровать, чтобы сняли санкции, чтобы они ездили за границу, жили там и так далее. А этот пацан, его пора убирать, он надоел всем. Вот наши интересы могут совпасть с их интересами. И вот это самое интересное. Но подталкиваем реализацию их интересов именно мы. И, кстати, первый звоночек – это официальное публичное заявление российского миллиардера Дерипаски. Да. О том, что надо заканчивать. А это человек, приближенный к семье Ельцина. Да. И тут я хотела вас это спросить. Вы очень правильно все говорите. Дерипаска – это пугливое чмо такое, пугливое. Которые, ну, они все пугливые, слушайте, натырили бабок. Они что, создавали там промышленность? Они тырили ее при Ельцине. Они породнились, Дерипаска с Юмашевым, дети их поженились, уже развелись. Кто создавал этого мерзавца Путина? Семья Ельцина. Кстати, они исторически должны отвечать за это, я хочу сказать. Юмашев, Волошин, Березовский уже не может ответить, Татьяна Дьяченко, Чубайс. Это они все делали. Это они, наворовавшиеся при Ельцине, спасая свои жопы, создали этого негодяя, этого упыря, чтобы он их жопы прикрыл. Что он и делал все эти годы, кстати. Он надежно прикрыл их жопы. Только он устроил нам большие проблемы. И то, что Дерипаска, который рот боится открыть по жизни. Посмотрите, в Ютубе есть кадры, когда Путин сказал ему: ручку отдайте. Было там подписание каких-то документов, Дерипаска с ручкой ушел, вернул его: ручку отдайте. Это очень интересное видео, характеризующее вообще Дерипаску, Путина и отношения. Кстати, Дерипаска получил в народе другую фамилию — Дерирыбка. Потому что он в откровениях элитной проститутки-экскортницы Насти Рыбки, она рассказывала о своих приключениях с ним и с умершим Приходько, который был по международным вопросам в России большой шишкой. Поэтому он Дерирыбка. Вот. И если это безмолвное существо открыло рот и сказало, что война – это безумие и надо ее заканчивать, то это не его слова. Это слова группы. Что подтверждает то, о чем я сейчас говорю.